Магаданцы часто нарушают одно из установленных правил благоустройства – выбрасывают мусор в неположенных местах. Это не только бытовые отходы, но и строительные. Чаще всего страдает проезжая часть и тротуар. Как отмечают специалисты, засоряют город не только граждане, но и предприятия. Я вот призываю граждан, предприятий не складировать мусор там, где ему не положено быть. Вот, например, как на примере вот площадки, да, у нас рядом, есть территория площадки, которая предусматривает складирование крупногабаритного мусора. Это картонная тара. И опять же, картонная тара, она не просто должна быть положена, а спрессована, то есть связана упаковочная, ну, спрессованный вид, так скажем. Если человека поймали за складирование мусора в неположенном месте, нарушителя ждет административная ответственность. Сначала это может быть предупреждение, но при повторном нарушении штраф. На граждан до 5 тысяч, на индивидуальных предпринимателей до 10 тысяч, на юрлица до 75 тысяч рублей.